Это, наверное, такое движение. Надпись. Я думаю, что это когда хнычет он. Такой потоп, который вода стекает. На хомяка. Пёрышко. Это там, где смотрят разные спектакли, концерты. Может быть, это такое занятие там, или такое движение где-то. Может, это когда эволюционируется. Может быть, еще как кто-то потерялся. Овал какой-то. Я думаю, что это такая машина, которая возит хлеб. Шторки, которые висят у тебя на окне. Это вот такая палка, по-моему. Ну, или же вот такая же, как у вас, штора, кресло. Это такие шторы, которые открываются тостом. Такой сквозняк. Это такой красивый танец. Там много деток, но у меня коврик зеленый. Да, там есть красивые прыжки, но мы их не делаем. Мы просто прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Так. Чи-у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 
красивые. Там опять поет Мау-Пау. Одевают такие туфли, становятся на них, они прыгают. Это на чем балерины ходят? Пузырьки. Вот так. Чик, чик. Какой-то диван классный. Я думаю, это такое Рафаэло большое или масенькое-масенькое. На последняя буква и первая буква сочетается. Никогда не суется вот такое. Я думаю, это какой-нибудь театр. Красивая песенка. Опять объясняй. Ну, я думаю, это такой предмет. Он показывает. И показывают трам, пам-пам, па-бам, ла-бам. Они смотрят и так делают. Чтоб музыку делали. Эх, он внизу на работе. Я его видел. Если вот так вот, это А. Если вот так вот, это Л. А если вот так вот, это В. И чтоб пели, танцевали. Человек, который показывает ноты. Такой дядя. Который смотрит, который сидит. Это тот, кто танцует и ходит в кабинет. Он такой... Может быть, это еще кто-то, кто поет. И он выходит и танцует, либо что-то показывает. Он вот все там выступают на сцене, и он и танцует. И поет. Который красит картины. Который красит кисточка.